Приветствую! В сети появилась информация о том, что есть некий новый приказ, согласно которому представители ТЦК и СП могут проверять документы. Вот давайте с этим мы сегодня с вами и разберемся. Конечно же, хочу сразу успокоить, что такого приказа, который бы уполномочил всех представителей ТЦК и СП на проверку документов у граждан во время военного положения, просто не существует. Те новости, которые сейчас есть, это все новости, которые касаются Черновецкой области, в которой областная военная администрация издала приказ который касается проверки документов. И вот теперь давайте разберемся, уполномочили ли этим приказом проверять представителей ТЦК и СП документы у граждан в Черновецкой области и посмотрим, а что происходит в других областях, да, как это должно быть на самом деле. Итак, поехали. Вот мы сейчас с вами на сайте Черновецкой областной военной администрации и, собственно говоря, тот самый приказ – Приказ, який називається Про запровадження перевірки документів в осіб на території Чернівецької області в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України від 29.12.21 номер 1456. І як ми бачимо, здесь в этом приказі вони ссилаються на определенний перечень нормативно правових актів і. Локальних актів, это ми пропустимо. От що нам интересно, то що вони наказують. Да? І от наказують: на час дії правового режиму воєнного стану на території України здійснювати перевірки документів в осіб на території Чернівецької області у порядку, визначеному постановою Кабміну номер 1456. Далі йде назва цієї постанови. Ну, і пункт другий: контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, заступника начальника обласної військової адміністрації та начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І це весь наказ. Ссылочку я на него оставлю, вы сможете с ним ознакомиться, но я думаю, уже сейчас у вас возник вопрос. Стоп, а где же здесь наказ про то, что уполномочили представителей ТЦК и СП проверять документы? А его нет. Здесь нет этим приказом, их никто не уполномочил. Конечно же, здесь вообще встает вопрос какой. Данный приказ издан 9 марта 23 года. Через год после введения военного положения. Спустя год после того, как представители ТЦК и СП начали проверять документы. А на каком основании возникает вопрос? Они проверяли раньше. Что это было в Черновецкой-то области? Или что, кто-то скажет, что они не проверяли документы. Риторический вопрос, да. Как должно быть на самом деле? Как есть, мы уже увидели. Вот этим приказом никого не уполномочили проверять. Зачем этот приказ и как должно быть на самом деле, мы сейчас разберемся. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам надо обратиться к соответственно, к тому порядку, к той постанове 1456, которая регулирует этот вопрос. Как должно быть? Должно быть следующим образом, все урегулировано, указано и ну, давайте разберемся. В первую очередь смотрим пункт 4. Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі президента України про введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями, у разу у разі їх утворення. Далее, зазначеним зазначенным наказом призначается комендант, вызначаются его завдання та повноваження. Дальше опустим, не будем читать. То есть, в принципе, для того, чтобы на территории некой области запустить вот этот порядок 1456, в первую очередь, должен быть принят соответствующий приказ от имени военного командования и военной администрации. Собственно говоря, давайте допустим, что этот наказ, о котором мы говорили, да, вот этот наказ, это и есть тот самый наказ веського командования и веськовой администрации. Но достаточно ли этого наказа для того, чтобы начали... представители ТЦК провірять документы. Давайте посмотрим дальше. Пункт 5. Хто имеет право на проверку документів? Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян? Надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Саме головне ось воно. Які визначені в наказі коменданта, не в наказі голови обласної військової адміністрації, а в наказі коменданта. Соответственно, на основании вот того приказа руководителя областной военной администрации должен теперь комендант издать приказ, в котором должен быть указан перечень лиц, уполномоченных проверять, соответственно, документы. Давайте посмотрим на примере другой области. Хмельницкой. Как это было сделано? Вот посмотрите. Хмельницкая область. Был точно такой же приказ. Правда, он раньше был. Он был в феврале месяце. И, как мы видим, точно такое же название «Про запроваджение проверка документов в оси на территории Хмельницкой области у порядку, вызначенному постанову Кабмину 1456». И тут то же самое было указано, что запустить процесс проверки документов на основании постановы 1456. Да, здесь, кстати, кто внимательный, уже обратил, что здесь в этом приказе не указано о назначении коменданта. Но будем предполагать, что комендант был назначен каким-то другим приказом, хотя я искал, не нашел этот приказ. Но будем доверять, да? Мы же как бы доверяем друг другу, будем доверять и им. И вот посмотрим, как они сделали. Вот. Внимание, кстати, вот сейчас вопрос, так сказать, на внимание. Что мы видим? Приказ комендатуры, Приказ камендатури про призначення уповноважених осіб на перевірку документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. І здесь ми бачимо, що зсилаються Конституція, закон і так далі. Є звісно, сама постанова 1456. І далі, от указано надати право уповноваженим особам Хмельницького обласного об'єднаного міського, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їх підпорядкованих відділів здійснювати перевірку документів в осіб під час забезпечення заходів воєнного правового режиму воєнного стану. У суворій відповідності до вимог чинного законодавства та пунктів 7 та 8 постанови Кабміну номер 1456 А далі переходимо на другу сторінку цього наказу: затвердити список уповноважених осіб Хмельницького обласного об'єднаного, міського, районних ТЦК і СП та їх підприємства. Порядкованих відділів, яким надано право здійснювати перевірку документів. Ну і відповідно додаток. Да? Додатку цього ми не бачимо. Ну, і сходимо з того, що є. К слову, этот наказ був опублікований на Фейсбук-страничці Хмельницького обласного ТЦК «ІСП». и э, когда будете спрашивать у меня почему же я говорю на русском подумайте почему на русском до сих пор вот здесь написано вот то есть э, порядок должен быть вот такой сначала приказ о том что запускаем процесс проверки документов по постанове 1456 потом э, утверждаем коменданта потом комендант издает приказ с перечнем уполномоченных лиц, для того, чтобы не любой там мог проверить эти документы, а только те лица, которые уполномочены комендантом, как того требует порядок. И вот только после этого военные получают право на проверку документов. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что в данном постановлений кабинета министров здесь есть и перечень случаев когда человек обязан предъявить документы а соответственно военнослужащие да и другие лица имеют право требовать эти документы но об этом было у меня другое видео ссылочку я оставлю в описании к данному ролику Конечно же, конечно же, у кого-то из вас сейчас возникает вопрос. Стоп! Но ты же читал вот этот пункт пятый, и что-то я не увидел, где здесь указано про ТЦК и СП. А почему их уполномачивают на проверку документов? Давайте разберемся с этим вопросом. Здесь указано, что представники Збройних сил Украины, уповноважені особы сбройных сил Украины. У нас есть закон про Збройные силы Украины, и здесь вот статья третья есть, в которой э, указана структура Збройных сил Украины. И в эту структуру в том числе входят органы військового управления. Когда мы открываем закон об обороне Украины, Здесь э, в первой статье есть э, определение, что же такое органы военного управления. Да, я вот сейчас покажу, чтобы все понимали, что это действительно закон про оборону Украины, что это не я придумал, не выдернул откуда-то, непонятно откуда. Вот. И среди перечня органов військового управления являются территориальные центры комплектования и социальной поддержки. То есть, к чему это я веду? К тому, что поскольку в положении в этом сказано, в порядке сказано в «збройные силы Украины», в «збройные силы Украины» входят органы військового управления – и закон определяет, что ТЦК и СП являются органом военного управления. Дорогой зритель, если в этот момент у тебя появилась мысль о том, что ТЦК и СП не предусмотрены законом, ТЦК и СП не правоприемники военкоматов и вообще это частная лавочка, то самое время посмотреть вот это мое видео. Ссылочку на всякий случай я продублирую в описании к данному ролику. Там я подробно рассказываю о правовом статусе ТЦК и СП. Ну и теперь, конечно же, вернемся к чему? К тому, о чем я говорил. Вопрос на внимательность. Смотрите, приказ о внедрении проверки документов в порядке предусмотренном постановой 1456 издан 22.03, как мы с вами видим, а вот этот приказ, приказ коменданта, на котором на основании которого начались проверки документов в Хмельницкой области, издан 3.02. Ну, бывает и так. Но, опять же, это все, если верить тому, что размещено в интернете. Да? Возможно, все-таки в оригинальных документах там даты совпадают. Либо есть какое-то разумное объяснение. Ну, обвинять я не могу их в этом. Да? Возможно, мы просто не видим всего спектра документов. Итак, подводя итоги, как мы с вами видим? Никакого нового приказа, который бы уполномочил всех представителей ТЦК и СП проверять документы у граждан, нет. Более того, на сегодняшний день нет даже такого документа, такого приказа, который бы уполномочил проверять документы представителей ТЦК и СП в Черновецкой области. Но возможно, возможно, он появится уже в ближайшее время. Но пока он не появился, пока они его не опубликовали, пока они его вам не покажут, да? то есть если к вам подходят военные и говорят, что давай мы сейчас проверим документы, то военный должен показать вам как минимум приказ коменданта, о котором его уполномочили проверять ваши документы. И какой-то из документов, который подтверждает, что это именно он. Пусть даже, даже пусть это будет военный билет. Пусть покажет. Но опять же, не просто показать военный билет, как они это делают, да? Вот смотри, военный билет значит я могу проверять документы. Нет, не военный не военный билет дает право проверять документы. Право проверять документы дает тебе Приказ коменданта, которым тебя внесли в список уполномоченных лиц. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.